Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами поиграем в очередную увлекательную игру, а именно Little Miss Fortune. Да блин, вот это качество. Добро пожаловать в мою игру. Правила игры просты. Я боюсь, что не справлюсь. Пройди ее до конца и получи приз. Надеюсь, там будет Porsche. Призом может быть что очень угодно, хочу Porsche. Кроме Porsche. Если нет, то я удалю игру. Да блин! Он колдовать умеет, когда она умрет. Но это только начало игры. Знаешь, я тебя слышу. Ты ебану? Ладно. А уже у нее в голове. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы идти. Так это ж как в гусе. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Так никому ж нельзя его читать. Ну ладно, видимо, мне нельзя. А как ты так пишешь шрифтом таким? Я его хочу уметь. Привет, дневник, нормально. Испытываю чувство к лису. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить. Как может тошнить в хорошем смысле? Рвота любви. Я так и понял. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Так он побежал хавать. Привет, дневник, мой папа ударил маму. Осуждаю. Это нормально? Ну, вряд ли. Мой японский друг говорит по-японски. Неожиданно. Привет, дневник, я катался на своем трехколесном велосипеде. Нормальный, нет денег. Твоему трехколесный это плохо. Вот одноколесный это уже проблема. А на трех колесах ты ж можешь ездить. Избалованный ребенок какой-то. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. А если криво? Чувствовал попой теплую воду. Тепленькая пошла. Рыбовод. Видишь его глаз? Нет. Я люблю двигать телом. Кажется, я знаю, в какую профессию ты пойдешь. Блять. Ладно, это не смешно. Во-первых, почему у камня кровь на голове? Я тебя огорчу, это не он. Игрушку ты возьмешь с собой. Я камень беру, ему убивать можно. Блять. Прошу, не падай, не падай. Но ты же могла поймать. Да у вас стол наклонен, пипец. Починить разбитую вазу, конечно же. А, какой ребус. Она все равно развалится, ведь мы не используем клей. Ладно. А тут подумать надо. Если мы не использовали клей, то вероятнее всего кто-то пройдет, увидит, что она треснутая, она развалится. И скажут, ты пыталась починить, но разбила, значит они узнают. Поедешь в детдом. Угу. А если оставить все как есть... то... Ну нахер. На пипиську женскую похоже, кстати. Твою мать. Можно их блестками посыпать? Отлично. Теперь это живые мертвые кролики или в чем рофу? Да пахнет кяк. Почему у него глаза изначально зашиты? 11 октября, запоминаем. Я понял. Ну значит... Да я понял. Добрый день, утро. Сейчас полная неудача. А, хорошо. Доброго полудня, утро. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало. Вот это было. Да ну нет. После этого еще там поплавало, не очистив воду. Это ужасно. Здесь часто спит папа. А че? Отец. Если он сейчас как скример вылезет, я обосрусь. Подтиска, откиска. Coming. Но зато черная кошка тебе дорогу не перебежала. Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры «Неудача». А, неудача. Господи, я думал, нажмите «Неудачу». Какая неудача? Ё-моё, американцы, ну тупые. Смотри, птичка спит. Да ладно, неудача, пойдем уже. Да, ей явно круче станет жить. Опа, теперь мы в клипе. Какая довольная. Вау, какая собачка. Попи. Колпак реально крутой. Поиграть, освободить. Если мы освободим, то он может убежать, попасть под трамвай и умереть. Во-вторых, почему здесь эффект ТикТока? Почему он даже здесь? Поиграть. Если мы поиграем, возможно, у него шиза, и мы заболеем и умрем. Но, вероятно, мы не умрем, если освободим собаку. Ты чё? Блять, я думал, ты возьмешь вот тут вот и понесешь с собой и гулять с собаками. О, ты со мной пойдешь. Ура! Ты насрал. Здесь написано собаками нельзя. Значит, это не собака.
Блин. Ух ты, блёстки. Не смей это есть. Блядь. Нет. Уйди. Посмотреть? Ну, конечно же, мы посмотрим. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блёсток и... Зачем ты ешь блёстки? Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдём. Вау. Получается, правильно поступили? Ну, в предсказании обычно пишут всякое дерьмо. А Собакин нашел эту штуку, поэтому он, в принципе, заслужил. Мы только что сблевали, в принципе, эта штука непитательная, нам все равно. Предсказание, опять же, не сбывается, там какой-нибудь гороскоп. Поэтому возьмем собачье лакомство. В смысле, он тебя уже любит? Не... Как это вообще возможно? Да, беру слова назад, не очень-то я умный оказался. Знаешь, однажды в этом озере моя голова застряла в полиэтиленовом пакете. Я помню, что заснула и проснулась в больнице. Это ужасно. Да, я почти умерла. Ну, в день рождения ему это вряд ли будет кайфово слушать. Поэтому нет. Нет, я не хочу неприятностей. И я очень хочу потанцевать на вечеринке. Ты ЧСВ, я не поэтому выбрал. О, рыба. Что нам все сделать? Забрать с собой. Ну, очевидно, да я что знаю, если мы ее отпустим, то она просто уплывет и ничего не будет. Вряд ли она, блин, просто так выпрыгнула. Заберем с собой. Наверное, надо было отпустить. Можно его обратно выкинуть, пожалуйста? Нахера я рыбу взял, он умрет. Ладно, выброси его, можно назад? Вот мы здесь. Я немного нервничаю при знакомстве. Ты справишься, не упоминай песика. Ладно, я буду просто танцевать. О! Блин, так мы правильно сделали, он еще не успел умереть. Позвони звонок. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Ах ты сука. Время заценить вечеринку. Однажды я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. Так а засунь туда рыбку. Так, что же здесь есть? Дэдпул? Честер Беннингтон? Ну, больше я ничего тут не вижу, ладно. А, ну я его вижу, ладно. Извините, вы Джордж? Ну да! О нет, похоже, он повесился. Тут опечатка, скорее всего, он повеселился. Повесил себя как пиньята? Не ударить его как пиньята? Нет, неудача, он мертв. Может, из него деньги выпадут? Мертв? Но на нем пара отличных сапог. Он не может быть мертв. Это логично и правда. Поэтому давайте возьмем эти сапоги. Ой, понятно. Эй, неудача, кажется, вечеринка закончилась, встретимся на заднем дворе. Джордж, кстати, раз вы умерли, вашего песика больше нет. Мне нравился этот песик. Прощайте. Да, вечеринка Честера закончилась. Она меня бесит. Счастье, пиньяте Джорджу! Нифига у него теперь какие сапоги крутые. Все начинается с пения галки. Интересно, возьму я себе. Эй, что там у тебя? Ничего. В смысле, ты не заметил, что она взяла эту хрень? Дурак. О, это та волшебная пещера. Выглядит она не так волшебно. Просто подожди, когда мы зайдем вовнутрь. Мне нравится, как это звучит. У меня есть вопрос. Что значит это знак? О, не знаю. Блёстки? А, круто. Автор, ну ты козел, конечно. Остаться в лесу, войти в пещеру. Я останусь в лесу. Я просто останусь в лесу. Ну тогда ты не найдешь вечное счастье. Ах, ладно. Так а зачем мне твой выбор? Ха. А что сейчас будет? Да безысходность. Да. Ух ты, да что пейки есть.